Миллионы гигабайт данных передаются по всему миру каждую минуту. И это число продолжает расти. Мы чувствуем себя в безопасности, потому что наши данные зашифрованы. Но наши метаданные — нет. С минимальными усилиями эти метаданные могут стать доступными для всех. И это большая проблема. К счастью, есть решение. Hopper. Hopper защищает вашу приватность, шифруя и метаданные. Как? Пакеты данных передвигаются по MixNet-сети через множество нод, так что никто не может узнать, откуда и куда передаются данные. И каждый, кто помогает, зарабатывает Hopper-токены. Hopper — это токен для платежей. Такие пользователи, как Met-компании, платят в токенах Hopper за использование сети и безопасную передачу данных. И эти токены потом передаются в руки тех, кто помогает сети и держит ноду, то есть вы. Так же, как новые биткоины передаются в руки майнерам, новые Hopper-токены передаются владельцам нод. Чтобы запустить ноду и зарабатывать, вам нужно залочить ваши Hopper-токены. Это ваш стейк. Чем больше вы стейкаете, тем больше данных вы сможете передавать, и тем больше вы заработаете. Любой может присоединиться к Hopper-сети. Поставьте ноду бесплатно на вашем компьютере дома или приобретите Hopper отдельную ноду, которая уже настроена делать все за вас. Просто и быстро. Поддержите глобальную приватную сеть и заработайте Hopper-токены. Защищаем приватность данных для вас. Hopper.